Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я хочу с вами посидеть вот так по-уютному, по-домашнему и поболтать на такую интересную тему, как восстановление волос после всяких повреждений. И это видео будет больше, конечно, полезно для девочек, но также и мужчины, которые смотрят мой канал. Посоветуйте это видео своим женам, мамам, сестрам, дочкам. Я думаю, оно будет очень полезным и для них. И так как это у нас такие уютные посиделочки, приготовьте себе теплый чаек, усаживайтесь поудобнее и давайте болтать. Постоянные мои зрители прекрасно знают, что в один прекрасный момент я просто взяла и испортила себе волосы, сделав неудачную химическую завивку. Тем самым я их просто сожгла. Сегодня, по прошествии некоторого периода времени, а точнее уже где-то около года прошло с того момента, я хочу с вами поделиться наиболее действенными средствами и способами восстановления волос. Надеюсь, они вам никогда не пригодятся и ваши волосы в прекрасном состоянии. Но если все-таки ваши волосики требуют ухода, оставайтесь со мной. И первое средство, самое универсальное, самое доступное для всех, это же, конечно, масла. Можно брать обычное репейное масло, но я брала вот такой комплекс масел из магазина Fix Price, который стоил в районе 55 рублей, ну, если я ошибаюсь, ну, максимум 70 рублей. Это масла для волос с маслом красного апельсина. Также в состав входят масло подсолнечное, соевое, касторовое, масло репейное, эфирное масло розмарина, масло красного перца, красного апельсина, масло жасмина и горчичное масло. То есть это комплекс масел для наилучшего восстановления волос. И как я его применяла? Я его использовала следующим образом. Наносила его на поврежденные кончики волос на ночь. Перед сном тщательно распределяла и закручивала в обычную гулечку. Но один совет. Когда ложитесь спать с такой масочкой на волосах, стелите на подушечку полотенце, чтобы не испачкать свое постельное белье. И на утро я уже мыла голову, и был видимый, заметный результат. Волосы становились намного мягче, и убирался вот этот эффект соломы. Но это масло я не наносила на корни, чтобы не терять объем волос, чтобы волосы не смотрелись жирными. Так что присмотритесь к этому средству. Стоит очень бюджетно, есть аналоги таких средств в других магазинах. Берите, очень хорошо действует. Следующее средство – это покупочка из Китая. Вы ее тоже могли видеть в моих обзорах, показывала я его не раз. Это тоже такой комплекс масел. К сожалению, на русском тут состав не указан, но единственное, что мне удалось прочитать, что сюда входит масло органа. И это средство тоже зарекомендовало себя очень хорошо. Если ссылочка у меня осталась, я ее оставлю внизу в инфобоксе. Заказывайте, как пользовалась этим средством я. После мытья волос, когда волосы уже практически сухие, я наносила это средство буквально чуть-чуть на ладони, растирала. Только не надо брать его много. У вас руки должны покрыться чуть-чуть такой тоненькой масляной пленочкой. И вот так проводила по волосам. И моментально волосы мягчели и приобретали хороший блеск. Но тут главное не переборщить с количеством. Но средство действенное, так что заказывайте. Вот такого маленького пузырька у меня хватило на полгода применения. Так что бюджетно и экономно. Следующий комплекс – это я проводила лечение волос при помощи витаминов В6 и В12. Это обычные дешевые витамины, которые продаются у нас в аптеке в обычных ампулах.
И перед каждым мытьем волос я завела вот такую маленькую емкость. Перед каждым мытьем волос, а именно перед каждым, я добавляла сюда нужное количество шампуня и разбивала 2 ампулы витаминов и тщательно все перемешивала. И уже этим шампунем с витаминами я мыла волосы, тщательно массируя корни волос. Но и хочу сказать, что эффект был и на кончиках волос. Они действительно становились мягче после шампуня с витаминами, даже без применения бальзама. Но тут самое главное – разводить шампунь и витамины именно перед мытьем. Если вы добавите, например, все упаковки витаминов, сам пузырек с шампунью и оставите так стоять, то все полезные вещества из этих витаминов просто улетучатся, испарятся, и никакого эффекта не будет. Поэтому лучше не лениться и делать вот такую смесь прямо перед мытьем волос. И мне на курс потребовалось 2 упаковки витамина В6 и 2 упаковки витамина В12. Тоже очень доступно, бюджетно, и я вам это также советую. Далее для смягчения своих волос я использовала вот такой бальзам «Кашемир» от белорусской фирмы Vitex. Покупаю этот бальзам давно, уже несколько лет. Также есть из этой серии шампуни. И вообще белорусская косметика достаточно неплохая. И вот именно вот такой бальзам «Кашемир» мне очень нравится. Также после мытья волос наносила на влажные волосы, буквально вот на кончики. Корни, как я повторюсь, я не затрагивала, чтобы не терять объем волос. И оставляла где-то на 1-2 минуты для воздействия данного бальзама. И потом все тщательно промывала. Также эффект был достаточно хороший. Покупала я этот кондиционер, кажется, в магазине «Пятерочка». Но он есть практически в любых магазинах, сетевых, «Пятерочках», «Магнитах», «Дикси» и тому подобных. И также он есть в обычных магазинах косметики каждого города. Так что также вы его найдете. Следующее средство, которое мне понравилось, но это уже идет более дорогая ниша средств, это вот такие бальзамы от фирмы Glescura. Они есть разных разновидностей, цветов. Я взяла вот такой Glescura в розовой упаковке. Это бальзам «Жидкий шелк», сыворотка с кератином плюс жидкий внутришелк. Обещают нам гладкость и блеск волос. Волосы становятся как шелк и подходят для непослушных и тусклых волос. И я его использовала точно таким же способом, как и вот этот бальзам от фирмы Vitex. Тоже очень хороший бальзам. Брала я его, ну, буквально чуть-чуть, ну, может, где-то с чайную ложечку. И тщательно также после мытья наносила на волосы, оставляла на 1-2 минуты и потом смывала. Тоже эффект видимый, сразу волосы становятся мягче. Единственный минус – это, конечно, цена. Но я его брала по акции в магазине «Магнит» за 109 рублей. Так что вы присматривайтесь. Я часто замечаю, что проводятся и в «Магнитах», и в «Пятерочках» акции на такие средства. И берите по акционной цене. Это, конечно, намного бюджетнее, но и результат действенный. И последнее средство на сегодня – это новинка для меня. Раньше я такой бальзам не брала. Это вот такой бальзам от фирмы Garnier Fructis. Тоже взяла его на пробу в магазине «Пятерочка», также он шел по акции, я взяла и решила его попробовать. И эффект меня просто поразил. Эту линейку средств очень часто рекламирует, кажется, «Лисовец»,
по телевизору фирму эту Гренье и эту серию соцвосстановления. Я, конечно, думала, что это рекламный ход, но действительно средство работает, и я безумно довольна. Именно это средство с актином концентратом фруктов, это укрепляющий бальзам-ополаскиватель, который восстанавливает, и входит в него керафил и масло амлы. Подходит для секущихся и очень поврежденных волос. Ну, прям-таки для меня. И написано, что устраняет один год повреждений за 3 применения. Я хочу, правда, сказать, что эффект сразу после первого применения, очень он хорошо смягчает волосы. Они действительно как шелк. Они вот прям такие мягкие-мягкие, волосинка вот к волосинке. И сразу вот видно, вот прическа смотрится совершенно по-другому. Я думаю, на камере вам видно, что мои волосы вот уже приобрели вот такой определенный блеск. Очень я им довольна. Берите, я вам советую, действительно оно работает. Также буду пробовать другие средства от фирмы Гарниер, потому что мне понравилось именно для смягчения, для восстановления волос. Они идут очень хорошо. Ну вот и все средства на сегодня. Если вам понравилось видео такого формата, поддержите меня пальчиком вверх. Если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Если у вас есть какие-то свои средства и секреты по восстановлению волос, пишите внизу в комментариях. Я обязательно попробую и буду вам благодарна. Ну а на сегодня это все. Спасибо вам за внимание и пока-пока!